Макс, бери! Блокировка игрока. Можешь снять это? Да. Нормально. Это мне Диана дала. Еще 10. Надо их правильно. Да я? И сейчас замену хотя бы, не хватает. Всем ключ, уйдите с бровки, уйдите с бровки. Ты даже бегаешь вот так, ты... Это, сбивается у меня камера. Давай, хорош! Ростик ниже! Наклонись, Ростишка! Да наклонись ты ниже! Ниже, Ростик! Макс, убегай! Помочь, Даня, помоги! Ой, хорош! Хорош! Нормально, да? Я же не знаю, что это. Иди, капец. Хорош!
Давай, давай, Дима! Саня, по мячу! Маш, по спине вот эти забили. Маша, четверные, помоги в защите. Девочкам скажи, чтобы ушли с поля. Девочки, вот край свободный. Вот. Один раз его поддержали, второй раз поддержали, а второй раз просто за ним не будут бежать. Выман, гай! Короткая! Чайгузов, подтяжечку! Палатки было. Много ноль. Много на ноль. Лохматый прыгает.
У вас сегодня в 11:30 аттестация, я говорю, мы вообще в Таразе на Спартаке. Ну что, прям все вы там? Я говорю, конечно, а как по-другому? Нет, через один. Я говорю, мы вам официальные документы приносили, вы хоть немножко их читаете? Ну, я должна сказать, какие мальчики, как они тренируются, перспективные, не перспективные. Потом накладывается эта учеба, если нормально. Я за своего игрока, смотри, блин. Это что, как называется? РК, колледж спорта. А. Вон Настя кто. Нет. Который тебе рядом обойдет. Потому до Краева же интернат для одаренных детей. А тут РК из колледж спорта. Бегу об точку, блин! А где складочка не рассыпалась еще? А дай грузу. Ай, здорово, молодец. И можно на край вот крайний лымать. Ну, уже не надо. Опа, его, опа, тут. Раз на раз не приходится. Да, потом за такие вытаскивают эти все так это ж. Как так? А я без перчаток еще был. Да. Ага, как Артур тогда, вот что ли? Вот это вот ваша девочка, которая два раза вчера пинала, подбукнула подальше. Вот. Не сыпь мне соль на рану, а. Мы тебя сейчас закопаем. У меня и так истерика уже. Я вчера поехал, деньги оставил, еду. Думаю, у меня упала вот эта вот. Что же делаешь? Дело все, что можно. Да, я смотрю, как. Вот соперник, она берет мяч, смотрит на него. И ей же в группе. Ратников. Ты, блядь, кто тебе сказал пинать? Вот лично тебе. Передашь, надо было поставить. Кто тебе сказал? Да, если кто-то мы выиграем. Завтра мы в десяточку хотим. Настя будет сомнение. Хорошо, если хочу. Это знаешь, что у нас. Хотя, если параллельно идет чемпионат РК, может, на ПРК хоть первое место девушки. Десятка.